старика, привели к ней. Говорит старику старуха: «Ворочись, поклониться рыбке, и хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках». Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слово молвить. Вот идет он к сильному, видит на море черная буря, так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал кликать золотую рыбу. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надо, постарче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Пусть не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у нее на посылках». «Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто.